Чебоксары по праву носят название столицы релейной защиты. Продукция электротехнического кластера «Чуваш» известна во всем мире. Поэтому участники российско-итальянской рабочей группы с особым интересом знакомились с предприятиями, работающими в этом направлении. Одним из них стал исследовательский центр «Бреслер». Бреслер проводит полный спектр работ по релейной защите и автоматике. Санкционные условия в некоторой степени сыграли ему на руку. Ряд европейских компаний потеряли в России свой рынок. И сегодня Бреслер ведет активные переговоры с немецкими предприятиями по выпуску их продукции на территории России. Представители итальянской компании Экотерра, которые занимаются вторичной переработкой материалов, тоже подумывают о такой практике развития бизнеса. В своем производстве мы можем использовать технологии инноваций, которые мы сейчас наблюдали на предприятии ИЦ Бреслер. В наших планах есть постройка заводов на территории России. Я думаю, что мы сможем применить новые технологии, которые сегодня увидели, уже на производстве, которое мы направим в Россию. Трудности, которые могут возникнуть из-за запретов со стороны Европы, итальянцы считают некритичными. В Россию можно направить наши ресурсы, знания, технологии, ноу-хау. В такой большой стране достаточно ресурсов, чтобы реализовать наши проекты, рассуждает Майкл Делла Гатта. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.